Уважаемые дамы и господа, сегодня мы вам представляем комплектацию аппарата RTM-D2M. Это аппарат радиотермометрической диагностики. Работает на основе измерения микроволновых излучений человека. Я, может быть, не очень точно это говорю, но, в общем, для этого есть описание в инструкции, описание на сайте. Аппарат предназначен для медицинской диагностики, локализации температурных изменений, воспалительных каких-то процессов и очень эффективен в ранней диагностике онкологии. Значит, аппарат новой модели, нового поколения RTM-D2M. Это комплектация на английском языке, на русском отличается только маркировкой на самом приборе. Значит, инструкция, брошюра в полном формате, в полном цвете на русском языке, так сказать. Сейчас я найду какую-нибудь живописную картинку. Ну вот. Раз. Значит, программное обеспечение поставляется по-модному на флешке. Сам прибор выглядит вот так. Компактно, красиво. Только на английском языке. Кабель питания. Стандартный USB-кабель для подключения прибора к компьютеру. И самое главное, это двухдиапазонный датчик для измерения температуры. Он работает, измеряется внутренняя температура с помощью микроволнового датчика. Поверхностная температура измеряется с помощью датчика, кожного датчика по, ну, поверхности кожи. Кнопочка – это срабатывание измерения. Соответственно, подключается все к прибору. Очень качественные гибкие провода. Вот такой культурный кейсик идет в комплекте. Цель этого видеоролика – продемонстрировать комплектацию прибора.